Здорово, парни и девчонки, с вами Илья. И спустя, наконец-таки, долгое время выходит новый выпуск «Легко научим». В данном уроке мы научимся ее силе. Базой для этой ёшки послужит обычное медиа-ё. Делается оно следующим образом. Для начала вам надо отбросить страх перед спадом. Для этого вы двигаетесь ближе под коленями к турнику и просто падаете. Теперь вы соединяете медиа-ё и этот спад. И делаете это все с небольшой паузой. Поначалу вы можете хвататься за гриф турника, чтобы вас не так сильно раскачивало при этом элементе. То есть делаете спад и потом хватаетесь за гриф. Делая эту ёшку, вы должны прижиматься сильно к руке. Это позволит вам быстрее выучить этот элемент. Теперь вы можете непосредственно переходить к самому изучению этого элемента. Если же вас будет сильно раскачивать, то не бойтесь, обязательно делайте медиа ее, потому что. Этого элемента есть несколько усложнений. Вы можете сами также придумывать их. Например, такое усложнение. Комары залыбали. Данный элемент очень легкий, и выучить его у вас не составит никакого труда, если вы будете грамотно подходить к его изучению и стараться. Я сказал все, что мог, поэтому удачи, пока. Рома, ты умеешь делать медиа ее? Рома, ты умеешь делать медиа? Это как будто напытка.